В Ульяновской области проходит профилактическая операция «Автобус». Водители пассажирского транспорта на особом контроле региональных автоинспекторов. Ведь тяжесть последствий при ДТП с участием автобусов несоизмеримо выше. Опыт, мастерство водителя – вещь незаменимая. Однако есть еще одна составляющая безопасной езды по дорогам – техническое состояние пассажирского транспорта, выезжающего на линию. Сотрудники госавтоинспекции в данный период времени проводят сплошные проверки водителей автобусов, так же как самих водителей, так и документации на транспортное средство. Особое внимание уделяется техническому состоянию транспортного средства. Чтобы работали ремни безопасности, чтобы были исправны запасной и либо аварийный выход. Обращают внимание на установку дополнительных мест, осуществляют контроль за соблюдением водителями режима труда и отдыха, а также прохождение ими обязательного медицинского и технического осмотра перед выходом в рейс. В ходе проверки инспектируется городской, пригородный и междугородный пассажирский транспорт. Операция «Автобус» продлится до 25 апреля.